Всем привет, меня зовут Ксения, я молодая мама. Хочу с вами поделиться некоторыми секретиками по уходу с собой. Это будет у нас с вами, это первое, это питание, второе, это уход за кожей. И третье же, конечно же, это упражнение. Упражнение самое элементарное, потому что я понимаю, что очень сложно восстановиться послеродовой депрессии. И много хочется за собой уследить, но это я скажу вам позже. Ну что, поехали вместе со мной. Повтор по 8-16 раз. В зависимости от сложности, то есть если вы чувствуете себя сложно и комфортно, то, пожалуйста, поконсультируйтесь со своим лечащим врачом. И, внимание, такой момент. Можно заниматься спортом только после 6-8 недель. Упражнение самое элементарное. Подъем бедер. Мы уходим на спину, пятки под ягодицы, руки вдоль корпуса. Поднимаем бедра вверх, подкручиваем таз на выдох. И медленно опускаемся вниз, позвонок за позвонком. На выдох. Упражнение повторяется 8-16 раз. Внимание, если вам комфортно, то можно усложнить этот элемент, добавить ногу вверх таким образом. Также снова ложимся на спину, одновременно поднимаем правую ногу и медленно опускаем. Каждый раз нога чередуется. Правая, затем левая. До конца подкручиваем бедра вверх. Работаем также на выдох. Внимание, исходное положение, руки под плечи. Макушкой тянемся вдаль. Два плеча, два бедра. Работаем правой рукой 6-8 раз. Можно работать по 2 подхода. Выводим руку вверх на выдох, вдох, на выдох. Таз подкрутили, живот тянут без прогибов в поясничном отделе. Меняем. Также мы работаем с левой руки. На выдох. Чувствуете напряжение? На выдох. Выводим руку вперед и вдаль. Работаем также правой ногой и левой ногой. Выводим правую ногу вверх. Вытягиваем себя без прогибов поясницы. Вытяжение вперед и вдаль. Нога является продолжением позвоночника. Выводим ногу вперед и вдаль. Меняем ногу. Работаем также с левой ноги. В данный момент я показываю по 4 раза. Можно усложнять. Также работать по 6-8 раз. Добавляю разноименные. Правая рука, левая нога. Работаем на выдох. Подъем вверх, выдох. Вниз на живот, руки шире плеч, опускаемся вниз и подъем корпуса вверх. Сначала первый у нас уходит на предплечье, макушкой вдаль, отрываем только грудной отдел, работаем на выдох. Если здесь комфортно, то можно усложнить руки вверх и вниз, выдох. Если здесь комфортно, чувствуете себя, остаемся в этом положении и уводим руки вдох, на выдох. Опускаемся вниз. Упражнение мы проработали спину, поясничный отдел, грудной отдел. Не забывайте про пресс, да? То есть мы уходим в положение планка на предплечье, поза треугольника, макушкой вдаль, таз подкрутили, статическое положение. Работаем на дыхании. Статика. Опускаем колени вниз, касаются пола каждый раз. Подъем на выдох. Отдыхаем, поза ребенка. Внимание, продолжаем тему пресса. Уходим на спину, правая нога вверх, левое колено к груди. Можно усложнить. Отрываем лопатки, продолжаем. Подбородок вверх.
даже статическое положение. Угол 45, давим руками на колено, коленом давим руки. Статика, стоп, стопы на себя. Можно добавить пружинки. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Выдох, меняем ногу, все с другой ноги. После каждой тренировки делать растяжку 5-7 минут. Наклон вперед и вниз, руки через стороны вверх, вытяжение вперед и вдаль, руки согнуты в локтях, макушка вдаль, живот укладываем на переднюю поверхность бедра, выдох. Правое колено к груди, также вытягиваем. Стопа к внутренней поверхности бедра, руки через стороны вверх, наклон вперед и вниз, вытяжение вперед и вдаль. Работаем с дыханием, с каждым выдохом все ниже и ниже, выдох. Меняем ногу. Движение вперед и вдаль, руки через стороны, наклон вперед и вниз, выдох. Медленно поднимаемся, позвонок за позвонком, в последнюю очередь приходит голова, вытягиваем грудной отдел, ребра вверх, растягиваем центр живота, собираем лопатки, макушкой тянемся вверх, два плеча, два бедра ровные, дыхание не задержим, дыхание равномерное, поддерживаем поясницу, выдох, правую к правому плечу, слегка вниз и в диагональ, переводим левую к левому плечу, не забывайте придерживать. На выдох. Подбородок к груди. Взгляд перед собой. Правый и левый. Будьте здоровы. Девчонки, мы с вами провели занятие восстановления после беременности. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч!